Реализация планов индивидуальной профилактической работы с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, и организация служб примирения в школах нашего округа. Эти вопросы обсудили на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она прошла в администрации округа и объединила представителей заинтересованных сторон. Работа по признанию семей неблагополучными в регионе ведется регулярно. С конца 2015 года и по июнь месяц текущего в округе на учет в качестве неблагополучных поставлены две семьи, и двое несовершеннолетних признаны находящимися в социально опасном положении. В городе за этот же период было рассмотрено 5 случаев о фактах выявления социального неблагополучия детей или семей, но ни одну из них так и не признали находящимися в социально опасном положении. По словам заместителя мэра города Елены Липуновой, виной всему сроки рассмотрения документов. Между тем, дети продолжают жить в опасных условиях. Тем не менее, действительно можно некоторые решать вопросы по телефону, не дожидаясь, когда придет бумага. Ну, это потому что мы ведь тоже работаем в ручном режиме по многим вопросам. И если выдерживать все сроки, которые вот идут, то даже допуск к работе у нас педагогической будет с вами происходить после почти года. В целях совершенствования межведомственного взаимодействия решено создать рабочую группу с включением всех представителей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На каждому из членов комиссии поручено вынести конкретные предложения по улучшению работы. Мы должны будем посмотреть, что нам необходимо сделать так, чтобы человек не выпадал, как Нина Алексеевна, вы говорите, да, не выпадал ни ребенок, ни семья из поля зрения. Так, чтобы мы постоянно, да, это могли делать. И если мы кто-то определили или увидели, что ребенку необходима помощь в данном случае, то мы тоже можем ставить сигнал и на городскую комиссию, на комиссию Заполярного района. Если мы это определили либо в своих поездках, либо в других каких-то, может быть, в том числе и неформальных общениях. Разрешение спорных моментов зачастую требуется не только в семье, но и в образовательном учреждении. На это направлен проект «Медитация или примирение». Но он, по словам специалистов, на данный момент либо не реализуется, либо реализуется частично. А между тем, проект нацелен на полное становление медиации в образовательном учреждении и должен стать высокоэффективным инструментом урегулирования споров участников образовательного процесса. Именно те конфликтные ситуации, когда учитель просто отказывается идти на контакт с родителями, отказывается встречаться с родителями. У меня было обращение к руководителю образовательной организации, чтобы была организована встреча с преподавателем, с родителями в моем присутствии, чтобы решить этот вопрос и эту конфликтную ситуацию. Руководитель написал, что он считает нецелесообразной эту встречу. Руководитель такое вот решение принял. А в результате страдает ребенок, и в результате конфликт не исчерпан, и на сегодняшний день остается очень острый вопрос о профильном обучении данного ребенка. В связи с актуальностью вопроса его решено вынести на дальнейшее обсуждение уже в рамках августовской педагогической конференции. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».